Депутат Московской областной думы Иван Николаевич Жуков встретился с жителями городского поселения Монино. Он отчитался о проделанной работе в 2017 году и рассказал о планах на 2018 год. Депутат выступил с докладом об основных направлениях работы регионального парламента. В прошлом году было проведено 27 заседаний, в ходе которых принято 224 закона. Инициаторами большинства из них выступили областное правительство и думские комитеты, возглавляемые единороссами. Благодаря принятым законам продолжала реализовываться масштабная программа по строительству и модернизации объектов здравоохранения, образования, культуры, благоустройству, ремонту многоквартирных домов и подъездов, расселению аварийного жилья. Иван Жуков отметил, что лично для него особым направлением работы стало решение проблем бывших военных городков, и в том числе городского поселения Монино. Путь, который намечен был губернатором, поддержку, значит, бывших военных городков, здесь хорошо просматривается, начиная, вот я уже сегодня говорил, с центра, который спортивного центра регби, заканчивая нашими спортивными площадками обыкновенными. Здесь есть понимание, чем заниматься. Я буду всячески поддерживать. Депутат Жуков рассказал, что удалось включить государственную программу Московской области «Реконструкцию плавательного бассейна в Монино». На эти цели из бюджета области было выделено 285 миллионов рублей. Продолжилось строительство стадиона регби. На него запланировано потратить почти 520 миллионов рублей. Здесь будет возведено 4-этажное здание с трибунами и с внутренними помещениями для спортсменов площадью 9 тысяч квадратных метров. Вместимость стадиона составит более 8 тысяч человек. По программе «Культура Подмосковья» возле Дома офицеров разбит новый парк. На эти цели бюджетом области было выделено 10 миллионов рублей, и еще 10 миллионов добавил муниципалитет. Запрос, мне кажется, в вашем поселении граждан на улучшение жизни, на преобразование, на желание, чтобы появился там бассейн, наконец, который мы тут о нем говорили, и он появится. В этот же день в Монино Иван Жуков встретился с работниками детского сада номер 11. Он выступил перед ними с рассказом о законотворческой деятельности Мособлдумы, обсудил насущные проблемы местной жизни. В завершении встречи депутат Жуков вручил коллективу детсада сертификат на 500 тысяч рублей для приобретения теневых навесов и малых архитектурных форм. Радостное событие у нас на сегодняшний день. Приезд депутата Московского областного дома Ивана Николаевича Жукова. Мы всегда его с радостью встречаем, очень тепло принимаем, потому что нам он помогает хорошо, и с его частью жизнь наша преобразилась. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».